Помнишь, я тебе сказал, что для того, чтобы зарыть Макеева, надо созреть? У нашего стратега созрел план. Действовать будем через Пономарева. Пономарев, это что за балет на льду, а? Мик, слушай, а что у тебя там с коньками стреляют? Да сам не знаю, каждое утро на заточку ношу. Я тебя очень прошу, пожалуйста, исчезни. Привет, пап, ты где сейчас? Я на вокзале, билеты беру. А ты сегодня Мишку видишь? А то я хотела вас на ужин пригласить. Ты это серьезно? С Сашкой в Германию поеду я. А Катя твоя? Мы расстались. Он уже взрослый. Что ты ему можешь дать? Или ты думаешь, он повиснет у тебя на шее? Я не знаю, что тебе мама рассказывала, но я вас не бросал. Не бросали нас, бросили только ее. Как же ты целую неделю без нас? Поживите здесь с Мариной, мне будет так спокойнее. Вы что-то хотели от Антона? Я просто поговорил с сыном. У нас очень хорошая семья, и мама его безумно любит. Или вы думаете, если я ему не родная, я буду спокойно на все это смотреть? Она ничего не знает. Оказывается, знает. Парни, тихо, костер звонит. Хотел сказать спасибо вам и за деньги, и за поддержку. Удачи в полуфинале. Зай, мы их порвем, да? Да! По телефону ты мне говоришь, что идешь на работу, а сама сидишь в кафе с отцом Ольги Беловой или с отцом Антона. Я вот никак разобраться не могу. Здравствуй, Миша. Здравствуйте. Как жизнь? Хорошо, спасибо. А где Сергей Петрович? А зачем тебе Макеев? Мне Романенко сказал, он поговорить со мной хочет. Миша, смотри, как интересно. Как Макеев, так Сергей Петрович. Как Романенко, так Романенко. А, да это я так. Да не, ничего, я понимаю. Что вы делаете? То я? Ты что, с ума сошел? Это же Макеев тебя ударил. Разве не так? Ну, покажи. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, вообще с катушки летишь? Вадим Юрьевич, что? Я ничего не понимаю. Чего? Тебя спросят, откуда синяк? Ты скажешь, Макеев ударил. М? Как? Так? Может, в последнее время все время к тебе придирается? Нет? Нет? Да? Нет? Да, но зачем же? Что зачем? Когда ты просил папу из полиции вытащить, я тебя спрашивал, зачем? Когда бабушке надо было на операцию денег дать, я тебя спрашивал, вопрос лишний задавал? Нет, просто я понимал, я видел, надо помочь человеку, я помогал. Ну, не переживай. Я же не прошу тебя на каждом углу кричать об этом. Просто спросят, подтвердишь. Конфликт у меня с Макеем. Я хочу поставить его на место. Ну, ему влепит выговор, и все. Ну что, по рукам? Ну, дай еще раз глянуть. Ой-ой-ой-ой-ой, с ума сойти. Ну, что ты молчишь? Сказать нечего? Или думаешь, как поубедительнее соврать? Сережа, я не хотела тебе врать. Я заметил. Просто... я даже не знаю, как сказать. Скажи, как есть. Он действительно отец Антона? Просто скажи, да или нет. Да. Спасибо за правду. Сереж! Слева. Давай. Слушай, а что, в них еще Макеев? Ну, да. Не дать коньки бы там дать. Давай. Давай. Все, пока. Пока. О, Мих, а чего ты там с Макеевым разговаривал? Мих, а что у тебя под глазом? Ничего. Мих, ну я серьезно. И я серьезно. Блин, вот и поговорили. Пап, ну ты где ходишь? Время уже. Оль, скажи мне, пожалуйста, зачем ты ездила к Антиповым? А ты зачем к ним ездишь? Я к ним не езжу. Врешь. Ты сейчас от них. Ты же все придумал про накладные, про договоры, а сам каждый день к ней мотаешься. Я могу все объяснить. Объясни. Оль, скажи, кто тебе сказал, что ты мне не родная? Пожалуйста, только не молчи. Мама. Давно? В 5 классе она разговаривала по телефону, и я случайно подслушала. Только не говори, я ей слово дала. То есть... ты все эти годы знала и... Пап, ты мой самый родной отец на свете.
так было, так есть, так всегда будет. У тебя есть мама, ну зачем тебе это, Юлия Борисовна? Оль. Что? Я даже не знаю, как это выговорить. Она тебе нравится, да? Ясно. Оль, ты куда? Мы уезжаем. Оль, подожди. Подожди. Нечего ждать. Оля, Антон – это мой сын. Мам, привет. Привет. Что с тобой? Ты что, заболела? Лучше бы я заболела. Что случилось? Антон, ты сегодня с Беловым встречался? Ну, встречался. Он тебе сказал? Что сказал? Что Оля его не родная дочь. То есть как? А вот так. Он женился на ее матери, когда Оле было 1.5 месяца. Антон знал, что ты его отец? Да. Тогда все понятно. Что, ты куда? Санита. Да что такое? Ты кому звонишь? Антону. Антон, ты куда? Во сколько у них поезд? Мам, дай денег на такси. Быстрее. Спасибо большое. Все, я тебя очень люблю. Извини. Да как такое может быть? Занято и занято, занято и занято. Оль, у нас скоро поезд. Я никуда не поеду. Оль, ты куда? Такси ловить. Алло, Геннадьевич, а ты где сейчас? А? Оль, твой билет сдавать, я правильно понимаю? Правильно. Антон. Слушай, давайте потом поговорим, а, пожалуйста. Ну, я просто сейчас уезжаю. Ну, не во Владивосток же. Алин, я не смогу сегодня прийти, прости. Как не сможешь? Ну, просто не получается. В смысле не получается? Миш, что-то случилось? Нет. Ты не заболел? Нет, не заболел. А что тогда, что-то дома? Да нет, Алин, я просто не смогу. Перед мамой извинись, пожалуйста. Кто звонил, Миша? Он уже идет? Нет. Почему? По-моему, уже пора. Мамуля, он не придет. Как не придет? У него какие-то проблемы. Какие проблемы? А я не знаю. Он не сказал. Алина! Миша! Привет, мам. А ты вроде в гости собирался. Ну, там все переиграли. Ой, а что у тебя с лицом, Миш? Да ничего, на тренировке просто. А давай я тебе обработаю быстро, у меня мазь хорошая. Не надо, все уже обработали. Миш.
можешь объяснить, что случилось? Ничего не случилось. Ну, все-таки расскажешь? Что ты рассказываешь, Геннадьевич? Хреново мне. Неужели не видно? Ты со мной? С тобой. Мир, давай рассказывай, что за боевая раскраска? Отвали. Ну, серьезно, кто тебя так? Что? На швабру наступил, да? Тебе обсудить больше нечего. Ну правда, кто? Да говорю ж тебе, никто. Че ты орешь? Да потому что достал уже. Так, сейчас не понял, кому стоим, а? Долго собирались лес точить? Макеев уже на льду. Ну-ка, живо на лед! Все видел. Че ты видел? Ну, вот Макеев уже с фингалом. Бакин! А. Тебе что, персональную телеграмму, что ли, написать, а? Живо на лед, я сказал! А я смотрю, что так светло достал, а? А у нас лишний фонарь появился, а? Целое световое табло! Пономарев! Ну-ка, иди сюда! Олег Иванович, добрый день! Здорово! Так сказать, с прибытием на родную землю. Как долетели? Не поверишь, Вадя, самолетом. Да я понимаю. Ну, понимаешь, что спрашиваешь тогда? Докладывай, что у вас там с Костровым? А что с Костровым? Деньги на операцию нашли. Парень же в Германии, склеивают его, все будет в порядке, все нормально. В порядке? Это когда никому никакой операции не требуется. Что это за история с коммерческим матчем? Ой, это дело прошлое. Тут хуже дело творится. Ты о чем? Макеев начал руки распускать. В каком смысле? Прямом. Кулаком прямо в лицо заехал. В каком? Олег Иванович, сейчас сами все увидите. Прошу вас. Сергей Петрович! Можно вас на минутку? День добрый. Ну, это как посмотреть. Позови его. Миша! Пономарев! Сюда. Что-нибудь случилось? Ну, сейчас мы посмотрим. Маску сними. Ничего, тебе уговаривать, что ли? Петрович, не знаешь, что это такое у него? Я так думал, что кровоподтек. Кровоподтек? Откуда? Ну, это же вопрос не по адресу. Пономарев, откуда у тебя фингал? Че молчишь? Мне сказала, здесь молчишь. Тебя кто-то ударил? Пономарев, я спрашиваю, тебя ударили? Да. Кто? Что-то оглох, что ли? Я спрашиваю, Пономарев, кто тебя ударил? Тренер. Тренер какой? Романенко? Тебя ударил Романенко? Нет. Нет. А кто? Макеев? Что за цирк? Помолчите, Сергей Петрович. Миша, тебя ударил Макеев? У нас других тренеров нет. Пономарев. Тебя ударил Макеев? Да. Пономарев, ты чего несешь? Сергей Петрович, стоп, не надо давить на парня, ладно? Все, свободен. Давай, иди катайся, со мной. Петрович. Петрович! Пойдем-ка, поболтаем. Юрий Михайлович, будьте любезны, продолжите тренировку. Я через 2 минуты вернусь. Все нормально, ребята. Работайте, работайте. Спасибо. Че застыли? Продолжаем! Может, объяснить, что происходит? Я боюсь, что это тебе придется объяснить. Да помолчи ты! Ты его бил? Вы с ума сошли? Я тебе вопрос задал. Ты его бил? Конечно, нет.
А фингал у него откуда? Я откуда знаю. Говорят, ты его цеплял на тренировку в последнее время. Кто говорит? Да какая разница? То ты своих тавгаев прикрываешь, то теперь сам руки распустил. Ну, хватит, помолчи, а. Женщина. Петрович, я все понимаю. С ними сложно. Но он несовершеннолетний. Представь, что будет, если он заяву в полицию напишет? Я его не трогал. А кто трогал? Вот это хороший вопрос. Чего? Ладно, занимайтесь. Смотри, если волна поднимется, я тебя прикрывать не буду. Понятно, да? Так, еще один кружок ускорения! Потом ко мне! Ну что, как там, а? Там все нормально. А что, Калинин как? Ну что, Калинин? Против факта не попрешь. Да. Давай, бегом ко мне! Мишань! Что? А ты ничего не хочешь команде рассказать? Чего ты молчишь? Что я вам должен сказать? То есть, по-твоему, нечего, да? Так, я не понял, а что, все решили взять интервью у Пономарева? Вам заняться нечем? Романенко, у вас тренировка или как? А ну-ка, быстро! Скоростное ведение по зонам! Синий, красный, желтый, быстро разобрались! Че, Миш, все будет хорошо, не переживай. Ну а что, Макеев-то где? Понятия не имею. Мотировка-то он придет? Я не знаю. Ну, наверное, переваривает информацию. Что смотришь? Рули давай. Все идет к тому, что тебе стоять у штурвала. Кисляк! Мы не в дворце пионеров катаемся! Ну-ка, включайся! Мешок! Слушай, Петрович, это правда? Правда что? Ну, насчет тебя и Пономарева. А сам как думаешь? Да я понимаю, они часто провоцируют. Представляешь, меня иногда доведут до такого состояния, что просто убить хочется. Геннадьевич, ты сам себя слышишь? Ты что несешь? Я его пальцем не трогал. А почему он тогда говорит, что это ты? Вот у него и спроси. Я знаю Пономарева. Он просто так не будет. А меня ты не знаешь? Да тебя я знаю в 100 раз лучше. Но ты же ни хрена не рассказываешь. А что я тебе должен рассказывать? А что тебе, рассказать нечего? Вчера весь вечер ходил мутный, сегодня молчишь, как партизан. Что я должен думать? Думай, что хочешь. Что, на обед жареная картошка? Пока могу предложить только сырую. Так, дальше сама. Что сама? Жарь, что? Или нам Димона ждать? Нет, зачем нам Димон? Ну вот, я так думаю. Сергей Петрович. Миш, ты ничего не хочешь мне сказать? Хочу. Говори. Я слушаю. Извините.
Что, соли мало? Соли, походу, тут вообще нет. Вообще-то я солила. Я не виновата, что у вас соль мелкая. И не дожарила. Ой, да ладно, попалась там одна картофелинка недожаренная. Да она как камень. Где? Ну, сама попробуй. Не знаю. Что не знаю? Да у вас плита другая. Чем где? Чем дома у меня. И сковородка неудобная. Из нее все вываливается, когда мешаешь. Плита, сковородка. Может, это руки? Что руки? Растут не из того места. Знаешь что, Щукин? Что? Сам жарь свои корнеплоды. Я тебе в кухарке не нанималась. Хотя бы никто и не взял. Очень смешно. Скорее грустно. Иди и найди себе кого-нибудь из кулинарного техникума. Поели картошечки. Черно-белой полоской дни, и кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи маяк души. Быть может, заветной мечты корабль в пути. Пускай. Не стой ноги, встал с утра. И за окном провинция, а не Москва. Не так, как во снах. Да и пусть так, просто чувствуй, брось страх. Пора. Освободи себя от оков. Если душа река, то из берегов. Есть всего один шанс, и он весь твой. Живи сейчас, сейчас. Будь собой. Кажется, мечты далеко так. Думай, не спеши, выбор твой, брат. Это внутри. Светят лучи, и ты их не туши. Света и так мало вокруг. Где города не спят. Они хотят опять летать во снах и узнавать прохожих лица. Пускай за окнами неброский мир. Черно-белой полоской дни. И кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи маяк души. Быть может, заветной мечты корабль в пути. Пускай. В шумных домах гаснут огни. Мне суетой не напиться. С толку не сбить, небо испить. Хочет голодная птица. Я соберу волю в кулак, чтобы суметь оттолкнуться от края дней и лишь в небесах кометы проснутся. Всего 8 нот, но сколько песен. И сотни слов одно лишь в сердце. Это любовь, целый оркестр. Зазвучит пусть на весь мир в твоей версии. Не жди подачи, с неба ступай. Подождите, а я же вам дал билеты. Мало? Ха-ха. Ну, ребятки, извините, это полуфинал. Вы бы с самого начала сезона так хоккей любили. Да, не-не-не, ребят, спасибо. Не, извините, у меня ничего нет, да. Все, спасибо, спасибо. О, что сияешь-то? Вот. Что такое? Читай. Какой хороший мальчик. Слушай, я, честно говоря, думал, он будет бодаться. Слушай, а если Калининова не отпустят? Отпустит. Я ему намекну, что из полиции звонили, и отпустит. А, так сегодня на хоккей его ночь не будет? А тебе какая разница? Если сольем, все свалим на Макеева. А если выиграем, ты на коне. Ха-ха. Ну что, поздравляю. Не рано? В самый раз. А, это, слушай, Ирич, он уходил, когда Бэху свою оставил. Кто ездит-то будет, а? Да сюда. Была бы машина, кому ездить всегда найдется. А! Я себе другой куплю. Лучше. Thank you.
Спасибо, мужики, я старался. Господи, чего ты орешь? Да сам дурацкий приснился. Сенька, у тебя нервы железные. 3 часа до полуфинала, а ты дрыхнешь. На, держи. Что там? Телефон, Рита звонит. Алло, привет, Рит. Так ты сегодня придешь? А, отлично. Ну все, я тебя встречу, ага. Давай, пока. Сенька, как ты хорошо устроился. Телефон ему в постель приносит. Кофейку не желаете? Давай, вставай. Привет. Салют. Давно не виделись. Как жизнь? Лучше всех. Оптимистично. На игру пришел? Ну, угадай с 3 раз. Понятно. А вечером какие планы? Грандиозные. Ну, в общем, мне идти нужно, ладно? Удачи. Марин, скажи, пожалуйста, а Дима Щукин с кем-нибудь встречается? Понятия не имею. А узнать можешь? Не могу. Почему? Покачину. Блин, тебе сложно, что ли? Лена, мне одного Щукина вот так хватает. Ты с другим сама разберись, ладно? Знаешь, а когда тебе нужно, я всегда. Что ты всегда? Ничего. Парни, Макеева никто не видел? Я нет. Аналогично. А зачем он тебе? На раскатку уже пора, а в тренерской никого и сумки даже его нет. Ну, мало ли, может, опаздывает? Макеев никогда не опаздывает. Тем более в день игры. Может, у Романенко спросить? Что спросить? Бакин, что хотел услышать? А мы хотели узнать, а где Сергей Петрович? Сергей Петрович? На планете Земля. Вообще не Макеева надо думать. Вот полуфинал, не забыли еще? Что живо на лед. Шевелимся, шевелимся! Юрий Михайлович, а все-таки, что с Макеевым? Понятия не имею. Говорят, заявление написал. Какое заявление? Какое? На гуманитарную помощь. Капитан, выводи команду на лед. У вас полуфинал. Потом будем разбираться, кто там что написал. Быстро, быстро, пошли! Зашел. Я прошу прощения, у вас свободно? Пока свободно. Это хорошо. Тогда я присяду с твоего разрешения. Пономарев! Что застыли? Следующий! Сразу после раскатки зайдешь ко мне. Зачем? За витаминами. Я тебя жду. Слышь, а про Макеева ты серьезно? Я сам не понял. Может, Романенко так прикалывается? Хорошая шутка. За ним не заржавеет. За кого болеем? Согласен. Вопрос дурацкий. По глазам вижу, что за медведей. А болеешь за всю команду? Или за кого-нибудь персонально? Я извиняюсь, вам какое дело? Значит, персонально. Заходи. Заходи, заходи. Присаживайся. Я постою. Ну хорошо, рассказывай стоя. Что рассказывать? За что тебя ударил Макеев? И вообще, бил ли он тебя? Слушай, ты астронавт. Я 100 лет знаю Макеева. И чтобы он просто так взял сумку и ушел, рассказывай. Трогал тебя Макеев? Почему ты сказал, что он трогал? Миша, что ты молчишь? Меня попросили. Кто тебя попросил? Казанцев. Парень, парень. Он мою бабушку от смерти спас. Кто тебе об этом сказал? Он денег дал на операцию. Казанцев дал денег? А кто? Так. Думай. Думай об игре. Обо всем остальном мы потом поговорим. Все, давай. Василий Геннадьевич. Все, давай, все, потом, давай.
я дико извиняюсь, что напугал. Ты не боись, я чисто так, пообщаться. А мне нравятся девушки, которые любят хоккей. Есть в них какая-то стержень какой-то. Чего ты испугалась? Я ж не шайба, чтобы от меня уворачиваться. Хорошая девка. Едет 20 раз, сказал, ничего я подписывать сегодня не буду. Ну, по-русски не понимают, по-немецки им скажи. Какая разница, что ты там учила? Давай, адью. Французский она учила. Добрый день, Николаевич. Добрее не бывает. Ну, как команда? Команда-то готова. А что, какие-то проблемы? Даже не знаю, как сказать. Ртом скажи, как сказать. Макеев уволился. Как уволился? Так. Оставил в тренерской. На матч не пришел. Понятно. Значит, все-таки он парня там. А звонили ему? Звонили, говорят, трубу не берет. Сейчас простите, пожалуйста. Перезвоните. Давай-ка наберем его. Угу. Ну что? Не берет. Я про то же. Домой можешь кого послать? Олег Иванович, ну куда послать? Игра начинается. Ладно, пойдем. Здорово, мужики. Эй, старый, что нахмурились-то? С таким настроем львов ты не порвешь. А ты в курсе, что от нас Макеев ушел? Как ушел? Подождите, в смысле? Парни, я вам кое-что сказать хотел, послушайте. В общем, думайте, чего хотите. Макеева подставил я. Василий Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, я мама Антона Антипова. А я вас узнал. Простите, а вы не могли бы позвать Сергея Петровича? К сожалению, нет. А почему? Юлия, как вас? Борисовна. Юлия Борисовна, Сергей Петрович Макеев здесь больше не работает. Как не работает? Ну, так он уволился. Понятно. А, Юлия Борисовна, вы ему позвоните. Так я ему уже 2 дня звоню. И на мобильный, и на домашний, трубки не берет. Я думал, что он только со мной не хочет разговаривать. Василий Геннадьевич, а вы не знаете, где он сейчас может быть? Нет. Понятно. Юлия Борисовна, вот вам мой телефон. Вы позвоните, если что. Хорошо. Удачной игры. Ну и, в общем, он сначала дал денег. Вазген говорит, что вроде бы и не он. В общем, парень, я запутался. Неплохо ты запутался. Потом разбираться будем. Давайте сюда, мужики. Миш. У нас впереди полуфинал. Одна игра. Либо мы их порвем. Либо они нас. Да, мы сегодня играем без Макеева. Но без него мы все равно команда. Мы команда! Да! Не слышу, мы команда! Да! Порвем их! Да! Ура! Да! Держи его!
смотрим! Где глаза? Сеня! Алло, Ри, а ты куда пропала? Да никуда, я просто в холл вышла. Зачем? Да мужик один заколебал, прилип как жвачка. Какой мужик? Откуда я знаю, у него паспорт, не спрашиваю. Так надо было пересесть. Я пересела, он за мной, всякую ерунду мелит. Так, вот. Ты давай подходи к первому сектору, я сейчас подойду. Зачем? Покажи мне этого козла. Все, давай, только давай быстрее, мне времени мало. Ладно. Ну что, где он? Сейчас ищу. Жди. А вон, видишь? Вон мужик в сером. Возле входа, прямо возле верхних перил, видишь? Mm-hmm. Вот. А ты ничего не перепутал? А что тут путать? Мне нравятся девушки, которые любят хоккей. Хрыч старый. Блин. Козел глазастый здесь заметил. Так он, это, мне машет. А ты здесь при чем? Так это папа мой. Как папа? Че, серьезно? Серьезно. Весело. Извини, я не знала. Вы просто не похожи. Ну да, я просто в маму. Девушка, вы к кому? А мне Макеев нужен, Сергей Петрович. Его нет, он уехал. Как уехал? Куда? Василий Геннадьевич, он уезжает. Не знаю. Он совсем уезжает из города. Соседка сказала, он ей ключи и деньги для хозяйки оставил.
Что? Сказал минут 10 назад. Так, понятно. Да, все правильно. Попробуйте. В общем, держите меня в курсе. Торнадо, а? Да какая разница, кислый, мы львов сделали! Щу, а че такой запарен, а? Так, парни, кто со мной? Куда? Петрович, чем раньше узнать про подставу, тем лучше. Ну? А Макеева дома нет. А где он? На вокзале. Как на вокзале? Вот так, из города обычно уезжают с вокзала. Трындец. Сереж, пожалуйста, не уезжай. Что мне тут делать? Сереж, прости меня, пожалуйста. Я могу тебе все объяснить. Юр, у тебя уже была возможность все мне объяснить. И не одна. Удачи. Финалисты! Поздравляю. Будешь? О, Рит, я прошу прощения. Я там на трибуне палку перегнул. Надо было, конечно, сразу представиться. Так что дико извиняюсь. Ничего страшного, Сеня. Семен, он вас уже представил. Ага. Значит, инцидент можно считать исчерпанным. Абсолютно. Вот, слава богу. А он, кстати, где? Ну, они с командой на вокзал поехали. Там срочное что-то. На вокзал? А чего они там забыли? Ну, я толком, ну, не поняла. Там что-то с тренером связано. Вы извините, пожалуйста, я пойду. Конечно. Ну, всего доброго. Увидимся. В смысле, до свидания. Да, до свидания. Да, Зой. Все нормально. Скоро буду дома. Поляну накрывай. И сама знаешь, что в морозилочку положи.
Как чего? Сын, финал вышел. Зои, как я ему трубку дам, если он на вокзале? А я откуда знаю? Чего-чего? В НХЛ вышел. Угу. Все, дома поговорим. Давай, займись поляной. Ой, Зоя, Зоя. Туда! А через сколько отправляемся? Сергей Петрович, не уезжайте, пожалуйста. Мы Львов обыграли. Поздравляю. Сергей Петрович, простите, это Казанцев меня ударил. Я знаю. Я могу все объяснить. Не надо мне ничего объяснять. Сергей Петрович, ну, урод, придурок я. Простите, останьтесь, вы нам очень нужны. Серьезно? Ну, пожалуйста. Мы же только вместе сделали, нам одна игра осталась. Если вы уедете, нам не победить. 100%.